То, что некоторые водители пассажирского автотранспорта чаще думают о прибыли, чем о безопасности дорожного движения, известно давно. Пытаясь обогнать на маршруте конкурентов, они нарушают многие пункты ПДД. Однако в городе есть несколько особенно опасных мест, где подобные нарушения стали уже едва ли не нормой. Одно из них – поворот с Можайского шоссе в сторону улицы Вокзальная. Что водители автобуса делают? Не заблаговременно, не перестраиваясь в левый ряд, нарушая пункт правил дорожного движения, перестраиваются резко, объезжая первую стоящую машину на поворот налево. Свои рейды сотрудники госавтоинспекции проводят совместно с представителями местной администрации. В последнее время в интернете появились резонансные видео с участием лихачей-маршрутчиков. Мириться с этим дальше в округе не намерены. Нарушителей будут отлавливать и сурово наказывать. С помощью, в том числе, подобных рейдов. Не будет планово, это не будет то, что раз в месяц, четко день в день мы будем проводить. То есть это без предупреждения, за день, за два будет приниматься решение и непосредственно проводиться. Также в разных местах по всему городу. Теперь водителям городских маршруток стоит 10 раз подумать, прежде чем решаться на рискованные маневры.